Привет, и опять мы на канале Заметки Бульбаша. Сегодня решил заснять такой небольшой ролик, как наши внутри хряпают, как обычно, наши сидираты, как я уже говорил в предыдущих роликах. В год я высаживаю их несколько раз. В этом году получилось с весны и осенью. В прошлом году три раза высевал. Ну и как большое подспорье в зиму. Также по наличию зеленых витаминчиков и так далее, сидираты хорошо употребляют пищу наши нутряхи. Вот с утра вот только нарвал я им фацелии и рапса, плюс трава американка. Это вот такая вот травка, которая цветет практически у нас в каждом огороде. Не знаю, как, какой местности, может, у кого-то ее нету. Но ее с удовольствием едят и кролики, и нутрии. Но кроликом не рвал, потому что большой туман стоял. О, соседи переговариваются. Но цель снятия моего ролика — это 'есть у меня дружественный канал, называется Пчеловод, будем знакомы. Вот Игорь попросил у меня показать фацелия, как она выглядит. Игорь, показываю специально для тебя. Вот фацелия. Но осенью она уже не зацвела. Вот оно, если видно, почти-почти, но она не зацвела. Поэтому вот такая вот травка. В описании ссылочки выше я оставлю там ролик. Там есть июньский обзор, там, где фацелия цветет полным ходом. Для пчеловодов-любителей отличнейший медонос. Цветет шикарно. И в сезон она просто гудит не только пчелами, но и разными насекомыми на фацелии. Кто сеет, высевает, знает эту картину. Так что, Игорь, вот такая вот она фацелия. Вот такая вот она фацелия. Попробуй, семена, в принципе, продаются они везде. Высевается до момента зацветения где-то примерно у меня 45 дней, и она уже зацвела при нормальных погодных условиях. И естественно, чтобы дождики проходили, тогда она поднимается быстро. В этом году по осени я не успела зацвести, потому что не было дождей, она сидела коликом. Дожди пошли, начала помаленьку подниматься. Так что, друзья, заходите на канал Пчеловод, будем знакомы. Игорь рассказывает много чего интересного по поводу содержания нутрий, кроликов, кур и вообще про его житие, бытие. Кто еще не подписался на его канал, заходите, подписывайтесь, смотрите. Тоже человек со стажем, держит уже давно нутрий кроликов, много полезных советов, которых можно применить в своем хозяйстве, на своей практике. А наши бобрики добросовестно хряпают зеленушку. Вот такие вот наши дела. Так что сидираты — это хорошее подспорье для кормушки нутрий. Ох ты какая, ох ты какая. Белые нутрии, кстати, по массе набирают медленнее и растут не так быстрее. Все, друзья, будем дальше продолжать кормить наше хозяйство. Кому было полезно и интересно, оставляем свои комментарии. Все, всем пока!